Уголовное дело завели по факту грубого обращения с воспитанниками частного инклюзивного детского сада в Нур-Султане. Об этом сообщили в управлении полиции района Байконур. Эти кадры буквально облетели социальные сети накануне. В жалобе пользователь заявил о регулярном рукоприкладстве, нецензурной брани в отношении особенных детей. И при этом, по словам автора ролика, руководство закрывает глаза на данный факт. Видео прокомментировали в Минобразовании и науки. Там рассказали, что детский сад является частной организацией, в которой не размещен госзаказ. Более того, руководство дошкольного учреждения даже не уведомило о начале своей деятельности. А проверять субъекты МСБ запрещает действующий мораторий. Как вообще такое возможно, что вот появился этот детский сад и ведет работу, еще и у него штат такой полноценный? Частные детские сады по закону о разрешениях и уведомлениях, они должны предоставить обязательно, это же частный детский сад, и относится к субъекту малого и среднего бизнеса, поэтому обязательно должны они предоставить уведомление об открытии данной организации. Но так как здесь администрация детского сада проигнорировала, получается, административные уже штрафы, наказания, соответственно, будут. Почему вот нельзя контролировать это все? Это контролируется. И контролируются сады, которые полностью имеют деятельность в соответствии с нашим перечнем, которые имеются в списках. Но закон действует до конца этого года, но после этого уже будем, наверное, дальше инициировать, чтобы уже не продлевался этот мораторий. В Минобразовании добавили, что воспитателей, которые издевались над детьми, отстранили от работы. Выяснилось, что сейчас в детском саду работают 12 человек, воспитываются более 60 детей. Несмотря на то, что начал свою деятельность с нарушения закона, мониторинговая группа пока ограничилась лишь разъяснительной работой с сотрудниками и родителями. Дальнейшая судьба дошкольного учреждения пока неизвестна.